ясно. Вот и праздник, мамин день. Этот день улыбками встречаем, и мы наш праздник начинаем. Хочется своей стихой рассказать. Семёна, Таня, Глеб, София и Даша, выходите. Праздник наш, начинайте. Глебушка, выходи. Весна пришла, неза, на радость принесла, и 9 марта отмечать пора. Мама, мама, мамочка, солнышко мое, как с тобой радостно, как с тобой тепло. Мама улыбается, солнышко смеется, мама улыбается, песенка поется. Мама улыбается, весело живу, без мамы. Восьмое близилось число, и все мы волнуемся.
но... Угощайте. Ты подожди, Катя, не спеши. Тем более, ты у нас давно-давно не был. Ой, весь в делах, весь в хлопотах. Вы знаете, сколько я облетал домов? Со сколькими детьми я познакомился, подружился. Да, Катя, ты всегда позже непоседа и сладкоежка. Но мы с ребятами тебе рады. Рады, ребята? Да! А я-то как вам рад, дорогие мои! Скажу вам по секрету, в последнее время я живу на крыше вашего детского сада. И скажу по секрету, каждый день летаю, смотрю в окошке, смотрю, вы все поете, что-то делаете, танцуете, что-то праздник. Думал, так я и не понял, к чему. Праздник, мам! А что это за праздник такой, праздник? Праздник, мам! А что это такое за 8 мая? Ребята, давайте мы расскажем. Не знаю. Расскажем? Да! Спасибо. Выходили Сеня, Дима, Полина. И одна Полина, и другая. Так, сейчас мы послушаем. И Сеня. Thank you.
конфеты, Вань. Так, ну что, разбираемся дальше с конфетами? Да! Так, желтую конфету. С дерева снимаю, что в той конфете, я пока не знаю. Так, так, так. Сюрприз здесь кроется непростой для бабушки, любимой и родной. Покажем нашим бабушкам любимый сюрприз. Так, Андрей и Миля. Бабушка любимая, самая красивая, руки золотые, глазки молодые, будь всегда счастливой, будь всегда мудрой и красивой. С праздником тебя, родная, снова поздравляю. У меня есть бабушка. Андрей предложил для бабушек подарить песню. Мы же знаем? Да. Давайте споем. Thank you.
Так, зеленую конфетку с дерева снимаем. Что же мне сейчас, мы все узнаем. Музыкальный сюрприз мы с вами получаем. Привет. Привет. Ты даже меня не услышала. А для наших мамочек мы приготовили очень оригинальный сюрприз. Называется чипсики музыкальные мы будем дарить. Вот так вот, девочки, все на руки.
и бабушка. Так, ну что, разбираемся с конфетами? Да, конфеты. Синюю конфету с дерева снимаю, что же сейчас я там узнаю. Эта конфета предлагаю не скучать, а любимым нашим мамам интересный танец показать. Чё? Самые дорогие. А я астролог.
последняя конфета, да? Посмотрим, что же там. Так, что же у нас там? Наши дети очень хотят поздравить с праздником дорогих воспитателей своих. Для воспитателей родных самых красивых, дорогих букетов много от ребят. Вас не поздравить хотят. Мы обещаем вам не драться, во всем вам слушаться, не делать никаких ошибок. Вы обещали хорошо себя вести? Обещали? Да. Посмотрим. Я вам верю. И мы всех хотим поздравить с праздником весенним. Льется пусть повсюду звонкое веселье. Пусть сияет солнце, пусть идут морозы. Пусть проводит зиму веточка мимозы. Дети, какой чудесный праздник у нас получился. Я думаю, мамы, бабушки будут счастливы таким поздравлением. А скажите, пожалуйста, а можно я с этими конфетами заберу себе на крышу своих друзей порадовать? Ну, пожалуйста, можно? Попел с вами. Ну а сейчас мне пора. До свидания, друзья! Ну вот, ребята, и наш праздник подошел к концу. Все наши сюрпризы закончили. Мы наших мам и бабушек поздравим. Давайте все хором еще расскажем. Поздравляю!